Лордик, 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 хороший мальчик. Посмотри на меня. Посмотри, малыш, посмотри. Писи, писи, мой хороший, пописи. Пописи, как Лордик, Лордик, мой хороший. Лордик будет кусать. Лордик будет что-нибудь кусать. Вкусно, вкусно, мяско. Лордик. Мальчик хороший. И кушать нам, скажи, не хочется. Лордик, Лордик. И с этой дробью, как бы она у нас есть, мы ее забрали. Единственное, что Станислав говорит, что сейчас он не сможет дать нам заключение о том, что это действительно была дробь. Потому что, ну, как бы и людей он отодвинул из-за нас, и, то есть, ну, как бы и времени очень много потрачено. Клетки. Лордик, Лордик, мальчик. Доброе утро, малыш. Так, что там у нас? Голова, 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 нос не покоряпай. Пацан после чем я на двух лапах, чем я на своих двух лапах бегаю. Приехали. Ждем. Вот она клиника. Народу просто вообще куча. Поэтому мы ждем. Ну что? На травке не чтяк сидеть. Здесь хорошо то, что виногорожено, что он никуда там не выйдет. Лапы себе не сотрет. В общем, пока ждем. Лорд? Лорд, устала ли в обиде на меня? Нам нужна поездка во Владивосток. Нам нужно сделать КТ. Да, посмотреть, какие есть.